Каждый день с 10 утра волонтеры гуманитарного центра «Милосердие» принимают помощь от неравнодушных жителей города. Мария Головей здесь 3 раза в неделю по велению души. Принимает, сортирует, выдает. Со слезами на глазах вспоминает, как тяжело ей было начинать жизнь заново. Пришлось покинуть родной Донецк. Тогда, в прямом смысле, ее семья осталась без всего. Однако поддержка людей не дала опустить руки. Мне как-то вот на вот этом пути попадают такие... Я вообще очень сентиментальный такой человек. Вот. Добрые, хорошие люди, которые отзывчивы, которые помогают. Я говорю, им очень благодарна, конечно. В центр гуманитарной помощи можно принести всесезонные вещи, продукты питания, средства личной гигиены и предметы быта. В небольшом оборудованном помещении для всего найдется место. Игрушки, книги, детские средства передвижения тоже не будут лишними. В центр часто обращаются многодетные мамы. Главное, чтобы вещи были чистые и без повреждений. А вот для получения необходимого понадобится только паспорт. Мы заводим карточку на каждого человека. У нас есть определенные правила. Человек может прийти 1 раз в месяц, получить для себя 10 вещей. Ну, в общем-то, это дисциплинирует и человека, и помогает, в общем-то, центру тоже накопить какой-то ресурс для других людей. Не только оденут, но и накормят в центре «Милосердия». С 12 часов открывается кухня. Благодаря пожертвованиям прихожан Гребневского храма и неравнодушным людям горячие обеды каждый день получают все нуждающиеся. Сегодня у благополучателей центра «Милосердия» на обед плов, макароны с мясом, блины, свекольный салат, обязательно горячие и сладости к чаю. Центр «Милосердия» старается помочь всем. Гуманитарную помощь отправляют в зону спецоперации. Если вы хотите оказать поддержку центру или знаете людей, кому она необходима, расскажите им о «Милосердии». Двери центра открыты ежедневно с 10 до 14 часов. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».